Привет и добро пожаловать на канал, я Джискиран, и сейчас мы с тобой будем смотреть новый видосик с канала Дениса Карамышева. Чуи, мы дома в Валоранте. Наконец он добрался, так скажем, до Валоранта, хотя на самом деле я не думал, что у него будет играть. Поправьте, если это он не первый раз играет, может я пропустил какой-то предыдущий ролик, так как не все получается смотреть. А, понятно, это флешка. Господи, ты что такое? Скинь, тварь. Все, я базуку в руки взял, всем хана. Вот так. Ой, твою мать. Да сука. Да какого? Что за... Да какого? Да что за говно-то? Ой. Оу. Короче, все, играем аккуратно. Конечно. Окей, бумер. Ее фраг! Опа, здрасте! Бонжур! Да. Алоха, братан! Мама, подождите, я что-то тут мог наклаться сейчас. И лишить вас чего-нибудь. Нет, звук не отлетел. Проверил, что есть звук или нет. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. В ней есть предложка для реакций и в ней есть рассылки. Одна для бесплатных игр, другая для стримов. Я думаю, вы сами понимаете, для чего нужна каждая. Подписаться очень просто. Жмете кнопку и здесь то же самое. Все, вуаля, вам приходят оповещения о начале стрима. И вы их никогда не пропустите. Погнали смотреть видос. Нет, все в порядке, все нормально, продолжаем. Стрелять тут... Короче... Стрелять тут, ну, как бы не так, как в основном количестве игр, где он играл. У меня! Опа! Револьвер тащит. Ноу. Нашел свое оружие. Сразу хэд словил. Давай, короче, я в два баяна. Давай! Тупо раш! Нормально! Дармас! Просто гиена огненная! Мердера! Красиво! Хочешь... А эти правда похожи на Гуфи? Режу! Хорош! Ничего себе! I'm a murderer! I'm a murderer! We all know you're guilty! Guilty! Что с ним? Что за прикол? Че у него за фишка новая появилась? I did it! I did it! Ты кого-то фанатируешь? Да, Гуфи! The demons told me to! One enemy remaining! Nope! Мамочки! Все хорошо кончилось. Бум. Давненько я сам в Valorant не заходил. Бум. Нормас. Там хуеришь. I'll fucking do it again. I'll fucking do it again. Он, походу, недавно посмотрел вот эти вот видосы, которые вставляет, и его теперь с них прет адово. Бля, лучшее дерьмо в интернете. Наверху. Ага. Нормас. Как так? Заки, я просто... Зачем ты ее обижал? Я хотел сзади, но что-то я... Заки к противнику сзади подошел, отбежал его спереди, встал на колени и открыл рот просто. Жестко. На, вроде никого. Опа! А на Б крысу нашел. Палево. Такой ты громкий пацан. Короче, а давай сюда, Заки. Вообще, вот, блин, портануться в эту шнягу, то есть через телепорт, там слышно, когда ты портишься. Ну вот он услышал, естественно, вот это взжу, и выходить просто вот так вот в наглую, не кидая ни флешку, ни дым, ничего. Ну это очень рискованно и глупо. Посмотрим, что произойдет. Ага. Ух ты, ничего себе. Ну понятно, короче... Вот что произойдет.
Еще один Денис. Еще один Денис? Я понимаю, что он мне это имя. Сука. I'll fucking do it again. Да чё его так вперёд с этого? Максимум стелса. Так странно. Слышишь? Оп. По-моему, меня спалили. Я тоже так умею, псина. Вон он. Хорош. Я буду лечить тебя. Окей. Бот опускаю. Я уже слышу там. Опа, поехал бот. Да ебать. Мог бы не так быстро сдыхать, пожалуйста. Прости. Короче, Денис, план прежний, только попробуй сдохнуть не сразу. Ой. Ты всрал-то. Я тестил. Инструмент. Погнали. Да, он там. Да, ёб твою мать! Блин, вот это то, что в тебя стреляют, и ты замедляешься, это такая жесть. Сложная механика. Привыкать к ней надо, если ты не играл ранее. Слил ульту. Кстати, ульта такая сложная. Дымлю и захожу им в тыл. Вот это четко. Нихера себе. Это прям, блин, охеренно было, серьезно. Прям вау. А я-то думал, нахрен дым в этой игре? Это что, это они? Я. Красотища. Нормас. Красотища. Он прям любит с пулеметом там ходить. О, красотища. Блять, а я за стеной ебучей стоял. Фак. Да ну на... Да ты... Хороший персонаж. Как говорится, хорошо, что Денис вставляет еще и случаи, когда он косячит, как бы, потому что нет идеальных игроков, которые не умирают. Не все это, мне кажется, понимают. А что это мы тут? На легкий фраг надеемся? Нарезочки. Не сегодня. Хопа! Воу. Хопа! Ух, ебать. О, хорош. Упс. Эх. Счастье было недолгим. Я полетел. Красиво. Бля, жалко, тут килкабов нету финальных раунда. Это ж такая красота была. У меня прям встал на самого себя. Пойду дрочить перед зеркалом после этой игры. Блин, я хотел тебе предложить отсосать самого себя, но вспомнил, что у тебя тройное брюхо. Я не знаю. Тройное брюхо. Знаешь, что мне больше мешает в этом, брюхе или подбородке? Или маленькая писька. Все. Заки нахуй уничтожил меня. I'll fucking destroy you. Сука, да вы задолбали. Ёбнутые, блядь. Согласен. Не в обиду будет сказано, но это пиздец. Мою стенку ломают. Понято, врубай ульту. Даже начинает заражать. Блять, тут нельзя пройти. Пистолет возьми. Фу. Музон такой. Блять, это ж музон из Квейка. Ну, потому что он шел тут на ходу, меткость очень теряется. То есть, вы видите, да, куда он выстрелил? Он целился на него, куда он попадает. Смотрим еще раз. Надо встать на месте просто. Хорош. Я понял, я фигово в нее играю, но я в какой-то момент смотрел какие-то видосики, и я понял, что система этих игр такова, что когда ты стоишь на месте, ты четче стреляешь. Когда ты двигаешься, все, прицел там падает, ну, точность падает на какой-то процент. Чё-то я не понял, пока я лечу, пуля летит не туда, куда я целюсь, что ли? Да, она вообще куда-то в сторону. Смотри, пока у тебя нету красной точки, значит, ну, в жопу летит пуля. А-а-а, понятно. Да нихера себе, меня какой-то дрон трахнул. Nowhere to run!
Хули, он орёт у тебя так. Новер, Туран. Долго. Скра! Сказал мой чувак. Это пум-пум-пурум-пум. Ну да. Чётко протонулся. Простите. Тут был какой-то аутсмарт, один IQ против двух IQ. Воу. Не, ну эти нам попались, они вообще стрелять не умеют. Ну и хорошо. Это реально боты. Ну, кстати, на самом деле, Кайлори, Джаз Кьерри и Хэффан, возможно, реально боты. Ники похожи на ботские. Вот только кто-то про ботов сказал, блядь, нас ебать начали. Не надо никогда так говорить. Это с глаз. Не надо так говорить. Не надо так говорить. Не надо так говорить. Заки врубил Нагиева. Осторожно, Заки. Задерн. Осторожно, Задерн. Задерн. Хоп. 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 Джастис! И куда ты делась? Я ж тебя видел. Оп! Ох ты где. Я окошко сейчас прикрою, не пройдет мимо меня. Спряталась в его же дыма. Ой! Оу. Я в окне застрял. Я, конечно, понимаю, что они делали, типа, этот, под КС и прочее, но почему нельзя было сделать просто механику карабкания, ё-моё? Чуй, мы дома. Окей. Чуй, мы гома. Окей. Чуй, мы гома. Не послышалось мне, значит. Короче, вот задрот, он там, в зиге. Хопа, не ждал. А вот задрот тебя ждал. Да. Ой, ёп. Выскочила на меня прям. Heroes never die. Ой-ой-ой. Я убью сразу. Меня тоже ёбнули снова. А, ну да. Не умно было так резать. В стену пырил. Сюда иди. Хера, да ты господи. Убегаешь от меня? Засал, что ли? Иди сюда, раз на раз. Ах, вот же гнида. Ебать ты лох, братишка. Земля тебе пухом. Ой, и мне тоже. Дела плохи. Мы, кажется, лохи. Fucking do it again. Господи, почему так хорошо? Господи, ты боже мой. Срань какая. Надеюсь, тебе понравилось. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Ссылка на оригинал в описании. Не забывай его смотреть. Также в описании расписание стримов и ссылочки на соцсети. Залетай на стримы, смотри другие видео. Можешь поставить лайк и оставить свой комментарий. До скорой встречи.